село Заборье, конец ноября. Более недели газопровод среднего давления, снабжающий многоквартирные и индивидуальные дома поселка Солоча и села Заборье, находился в аварийном состоянии. По словам местных жителей, хозяин участка, на территории которого оказалась часть газопровода, скинул газовую магистраль с опорных столбов и не пропускал газовые службы для ее восстановления. По данному факту, отделом полиции Рязанского района заведено уголовное дело. 1 декабря 2017 года в рамках проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации сотрудниками районной газовой службы Главного управления МЧС России, отделов полиции Советского и Рязанского районов удалось устранить повреждения и восстановить трассу газопровода. Этот человек, который, я просто не знаю, кто это, там размахивал тут палкой, какой-то железной, может быть, не железной, я стояла чуть подальше, потому что я с ребенком была, вот, не подпускал людей, никого, полиция ему говорила, вот вы понимаете, что вы оставите семьи без газа, отопление также зависит от газа, то есть если это, с этой трубой что-то произойдет, также мог произойти взрыв. Ну, самое страшное, наверное, что мы опасались, естественно, было очень страшно. Вот. Он сказал, территория моя, я сюда никого не пущу, и то есть в таком был контексте разговор. Я испугалась, ребенка забрала, думаю, сейчас как рванет, не дай бог. Опасения местных жителей подтвердили эксперты. В грунте имеются блуждающие токи, и труба могла в любое время, во-первых, напряжение в этой трубе возникает, она швы могли деформироваться и лопнуть, и кроме того, она может быть пробита блуждающими токами. Вот, и маленькая даже утечка газа из трубы среднего давления, она создала бы облако, которое в любое время могло взорваться. Газопровод среднего давления снабжает газом дома и социально значимые объекты. По словам экспертов, даже мелкие трещины могли повлечь серьезные последствия для жителей села Заборье. Однако хозяин участка долгое время не пускал на свою территорию представителей газовых служб, что, по словам экспертов, незаконно. Так как труба среднего давления, у нее есть охранная зона 2 метра в обе стороны. И по законодательству должен быть допуск к трубе для ее ремонта и проверки всех инженерных газовых служб. В соответствии с кадастровым документом, территория, на которой находится газопровод среднего давления, была огорожена хозяином участка незаконно.